Честно говоря, это видео я, ребята, не планировал. Не планировал абсолютно. В общем, жена выиграла мне камеру. Камера мне, как и железки в целом, очень сильно не помешают. Мне только наоборот, их нужно все больше и больше со временем. И, в общем, эта посылка приехала с Казахстана. Причем получилось так, что ждал я ее где-то, наверное, месяца... Сколько я ее ждал месяца? И, в общем, ждал я где-то ее примерно месяца два. И давай вскроем, посмотрим. Ехала она, сразу скажу, ребята, знаете откуда? С Казахстана. Но ее пришлось отправлять с соседнего города, так как там, ну, понимаете, ребята, санкции, вся фигня. А Казахша там нам не сильно хочет отправлять. Вернее, боится санкций. Ибо это все серые схемы наказуемые. Ну, я так вижу, ребята, если что, не обижайтесь на мои слова. В общем, это халявная камера. Что у нас тут? Тупо у нас описание того, что внутри должно быть. Это что у нас? Камера, USB, адаптер питания. И чего? Железная пластина для установки на магнитик. Причем на русском, кстати, все написано. Удивительно. Может, это наш какой-то бренд, я позже погуглю. Вот наш коварный тип гражданской наружности, да? USB-ха. Ее можно вместе с компом юзать, слушай. А может быть, ее заюзать вместо моей веб-камеры Xiaomi-шной. Кстати, длинный достаточно USB-кабель. Причем на конце у нас тут, ну, микро-USB. Жалко, что не Type-C. Интересно, сколько он метров? Я посмотрю, ребят, с вашего позволения. Сколько он метров? Просто написано X1, то есть одна штучка. Сколько метров? Откуда это написано вот здесь. Ну-ка. Тут просто общая схематика. А сколько метров? Нету, да? Она, кстати, Wi-Fi-ная. И, естественно, беспроводная, само собой. Достаем дальше. Что у нас тут? Крепеж под бетон. Вижу, с дюбелями. Все дела. Наверное, я ее, скорее всего, повешу над дверью. Потому что здесь трутся люди, которые могут залезть. Вот, в общем, так она выглядит. Заляпан немножко глазок, вижу. Линза камеры. Здесь у нас защитная пленка. Я ее снимать не буду. Микрофон, вот он здесь присутствует. Интересно. Кстати, весит, наверное, где-то грамм 150. Питание у нас 5 ватт, 5 вольт, 1 ампер. Сделано в Китае. EZIP. Блин, опять это буква ЗЮ. Ладно, отставляем. А больше у нас... Нет, смотри-ка. Есть. Их есть у нас, да? Адаптер питания. Причем, знаете, такой стиловый. Я, наверное, даже думаю, что iPhone можно заряжать. Да? Тут Quick Charge же нет никакого. Да, 5 вольт, 1 ампер. Mass Power Electronic Limited. Не знаю. Он похож на жопловский такой. Ну, застиловали, короче. Приятно так выглядит. В отличие от камеры, честно скажем. И это все. Ладно, едем дальше. Причем вот то, что бумажку я показал, вот это, да. Здесь, я думал, это просто быстрый старт, инструкция. Но это вся инструкция, которая тут есть. В принципе, кто знает, что такое IP-камера, тот, в принципе... И так разберется. Мне даже без этой бумажки будет видно все и понятно. Wi-Fi configuration. Сканируйте QR-код на камере. Нажмите далее. Ты. Мне уж очень интересно. Интересно, она может по шине USB к компу подключаться? Надо будет тоже сейчас проверить. Дико интересно. Тут нет такого предупреждения, что нельзя к компу. Но мне вот очень интересно, у меня чесалось в одном месте. И, наверное, может быть, даже прошивочки есть какие-то к нему. Но то, скорее всего, через приложение надо смотреть. Да? Ну, насколько я помню, лет, наверное, 11-10 назад был сервис такой, как iVideon. И можно было даже вебку на вашем компе подключить к этому сервису и смотреть, что у вас там происходит.
Вот честно признаться, если бы здесь был RJ45, и нужно было витую пару подтыкивать, было бы гораздо проще. Это я скачал приложение, причем через VPN. Приложение называется Easy Viewer. Ну, в общем, эта инструкция нафиг никому не нужна. Вот для резета тут написано 8 секунд удерживать. Больше? Нет, не 8 секунд. Это просто обобщенная какая-то макулатурка, буклет какой-то даже. Мануалом это не назвать, в общем. Ни разу, да, вот Easy Viewer. Скачал это китайское приложение, которое, кстати, тоже баганутое и лаганутое. И попытался настроить. Нам нужно отсканировать QR-код сзади на камере. Вот он. Вот. И там еще было поле, какой-то еще код надо было вписать, но у меня на этикетке нет, поэтому я пропустил эту фигню. И, ребят, я... Знаете, охуеваю. Нельзя было написать гораздо проще. Вот я понимаю, когда здесь ни разу не юзер-френдли. Раз я сисадмин, то это не сисадмин-френдли. Ну что за хрень? Да, это первое устройство IP-шной камеры, как бы, ну, до этого я сталкивался только с проводными, причем даже с аналогами, которые шли через регистраторы, то есть несколько каналов там было. Но вот эта вот хрень, такое ощущение, что там внутри запихали начинку роутера и подцепили к ней камеру. Там крутится сервер, и в том числе Wi-Fi, да, потому что по Wi-Fi нужно... Мне показалось, оно мигнуло. И вот это вот соединение тоже, кстати, ребята, здесь не очень хорошее. О, ты видел, что? Теперь красным уже мигает. Что такое? Что случилось? Что за Китай? Оно еще и гри... О, теперь зеленым. Что такое? Что случилось? Может, от того, что я наклоняю ее? Ну, тут просто, ну, я не знаю, ну... Как баран на новые ворота смотрю. Кстати говоря, не сказал, что есть динамик сверху. Но это какая-то хрень китайская, шпионская, которая в мою сеть локалнет проникает, интернет. Мне эта штука... Я уже хочу ее продать, потому что я не могу разобраться. Хотя нужно потыкаться, но здесь без пол-литра, честно, ребят, не разберешься. Что у нас там по статусу? Короткое или длинное мигание? Тык, 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 тык. Смотрим, че... Зеленый свет быстро мигает. Зеленый свет. Сразу видно, что в промпте в каком-то переводили всю эту фигню. Это тоже добавляет. Лучше бы оно было на английском и более детальнее, было понятнее, да, чем нежели на русском. Ну, вот такой вот я. Так, зеленый свет быстро мигает. Выполняется настройка Wi-Fi Smart. Что такое Smart? WPS отключать нужно везде, всегда. Это одно из первых пунктов, когда вы ставите у себя дома роутер. А зеленый свет горит, не мигая. С инстанционно работает нормально. Зеленый красный свет мигает попеременно. Устройство обновляется. Так, так, так. Зеленый свет медленно мигает. Ожидать настройки Wi-Fi. Вот этот второй пункт, скорее всего, это мое. Это, скорее всего, мое. Но оно просит, типа, подцепись к Wi-Fi сети этой камеры. Но его я не вижу. У себя на смартфоне, может, она 5G-шная, хотя, в принципе, телефон у меня тоже 5 ГГц поддерживает диапазон. Не знаю, что я делаю не так, какой-то бред получается. Там я бомблю на видео, поэтому видео я немножко ускорил и дам закадровый. В общем, суть такая, взял я и два айфона, и два ведроида, и результат один в один тот же самый. Написал я тем ребятам, которые мне эту камеру заслали, вот скриншот, и ничего нового я не узнал. Все то же самое, я ощущаю себя дичайшим нубом и по эмоциональной степени Антоном Уральским, который хочет понять, как это работает, но это не работает. То ли там P2P обмен, то ли что-то еще, но как-то же должно приложение передать пароль Wi-Fi точки доступа на камеру, чтобы она законнектилась, я увидел ее в клиентах, и тогда все это дело бы заработало. Но оно не работает, и хоть ты тресни, и никакого мануала, никакой нормальной настройки на видео на YouTube я тоже по этой камере не нашел, в чем страшно. Но эта фирма, как я догадался, Dahua, вот именно что Dahua проблем с Dahua. Вместо мата скажу. И
На данный момент видео вопрос мой никак абсолютно не решился. Что это за ебанистика такая? Остается для меня секретом. И почему нужно регистрироваться? Чтобы что? Чтобы китайчики мне заспамили мыло? Ну, тогда нужно мыло указать левое. Но прикол-то в том, что в этом приложении и в новой версии, и, по-моему, даже в старой, нету нигде пункта зарегистрироваться. О чем они, блядь, думали вообще? Что это за херня? Что это за пиздоебатория? Других слов у меня на данный момент этого видео нет. Как хотите, так и понимаете. А я вот не понял совсем. В общем, я думаю, пора заканчивать видео, но заканчивать абсолютно не на чем. Я так и не разобрался. Далее покажу, как я это все делаю с экрана. Запись с экрана далее. Запускаем приложуху. Нажимаем вот сюда на плюсик. Сканировать серийный номер. Сканировать серийный номер можно элементарно на коробке. Он у нас продублирован. Сканируем. Да что ж такое-то? Так, давай. Давай, хавай. Вот серийный номер. Он отсканировал, плюс там еще в этом QR-коде есть еще кое-какая информация. Тыкаем далее. Подключить устройство к источнику питания. Оно давным-давно уже подключено. Но сетевого кабеля у нас нет, поэтому жмем далее. Убедитесь, что ваш мобильный телефон и устройство подключены к одной и той же сети. Как оно может быть подключено, если я его настраиваю через Wi-Fi? Там нет никакого провода. И по идее, приложение должно само каким-то образом передать, сконнектиться с этой камерой. Ну, тыкаем далее. Он скажет... неудачно, и ничего у вас не получилось. И вот именно на этом я и застопорился. Ну, естественно, вся эта хрень понятна. Попробуем назад сделать. Здесь есть еще три точки. Вот, конфигурация точки доступа, но не то. И иногда, когда я... Во! И иногда, когда я бегаю туда-сюда, здесь есть выбор устройства. Беспроводная камера. Далее... У меня этого кода не было никогда. То есть в раздатке, в Wi-Fi диапазоне сети с данным серийным номером, это серийный номер камеры, у меня не было. И по идее далее он предложит подключиться к точке доступа, но ее там нет. Давай тыкнем. Здесь ее нет. Такие вот дела. И вот в этом и проблема. Я попробую еще Easy Viewer не про, а лайт версию, но я не уверен, что у меня получится и все это будет успешно. Ну, знаете, такое себе, либо приложение какое-то непонятное, китайцы писали черт пойми что и черт пойми как, и на каком протоколе оно должно связываться с моим телефоном, который подключен к Wi-Fi точке доступа, кстати говоря, и без Wi-Fi точки доступа, который у меня по умолчанию телефон подключен, заметили, да, красным мигало. Три раза мигает красным, потом мигает штатно, как обычно. Как это работает? Кто это делал? Мне кажется, даже самим китайцам неизвестно. Чего они вообще высрали? Или, может, это я дурак? Пожалуйста, напишите в комментариях. Может быть, какие-то другие проги есть, которыми можно это все дело приконнектить и настроить. Ну, конечно, мне проще было купить какой-нибудь коаксиал, какую-нибудь аналоговую камеру, купить видеорегистратор, сделать самому себе видеонаблюдение. Но явно не с этой штукой. Подарок из этого, конечно, ну, такое себе. Либо приложение такое тупое, либо просто камера неисправная. Я не знаю. Спасибо, ребята, за внимание, особенно за внимание. Такие вот дела. Дилемма ни о чем получилась.